Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи вот сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Глава 6. Смертельная опасность. Несмотря на страшнейшую слабость, Родерик вскочил с места, на котором лежал. Итак, умер грозный индейский вождь, старый непримиримый враг Вапинош Хоуза, пылавший некогда страстью к матери Минитаки и поклявшийся отомстить отцу ее, который похитил прекрасную краснокожую принцессу. Не стало того, кто хотел насильно жениться на Минитаки и тем утопить свою ненасытную любовь и ненависть. И это он, Родерик Дльви, убил его. Несмотря на сильное страдание и лихорадочное состояние, он горделиво улыбнулся. «Как же я счастлив, Минитаки!» — воскликнул он. «Я просто не могу передать, до чего велико мое счастье, которое...» Он не успел кончить начатой фразы, как в хижине появились два новых лица. Это был Мукоки и Ваби. Видя, что их товарищ долго не возвращается к ним, они поспешили свернуть со своего следа и отправились на поиски. Волнение Родерика при виде их было столь велико, что он не совладал с ним и лишился сознания. В таком состоянии он провел около получаса, но когда он пришел в себя, ему показалось, что миновала целая вечность с того момента, как кончилась драма, в которой он играл самую главную и такую ответственную роль. Ласково и нежно, словно мать, убаюкивающая своего ребенка, проводила рукой по его лицу. Мукоки, подобно рысе, свернулся у его ног и устремил на него свои черные, сверкающие, как уголья, глаза. Странное выражение застыло в его взгляде. Родерик не мог разобраться в том, что хотели сказать глаза индейца, но всем существом своим чувствовал, что между ним и Мукоки отныне установилась такая связь и такое взаимопонимание, которое могут кончиться только с их смертью. Теперь они были уже не просто товарищами, но настоящими друзьями. Он был так растроган отношением старого траппера, что с большим волнением негромко произнес: «О, Муки, милый Муки!» При этих словах Мукоки подполз еще ближе к больному, схватил его руки и с радостью на суровом лице сказал: «Конечно, вы были правы, а я, старик, оказался в дураках. Это вы спасли Минитаки и убили Вунга. Вы храбрец, настоящий храбрец, каких я мало видел на своем веку». Ваби со слезами на глазах закричал: «Послушай, Род, ты знаешь, что я скажу тебе? Ты герой, самый настоящий герой. Бог вознаградит тебя за это». В то время как Минитаки накрыла больного мехами и одеялами и, приподняв его голову, снова напоила холодной водой, которой рот припал воспаленными губами, Мукоки и Ваби вынесли труп Вунга и отправились на розыски саней и собак. По возвращении старый индеец более тщательно смотрел рану, которая оказалась гораздо глубже.
эзотерику большие страдания. Было решено, что на следующий день весь отряд с максимальной скоростью вернется в Абинош-Хоуз, где жил опытный врач-хирург. В то время как в очаге, сложенном из больших камней, весело пылали сосна и северный тополь, Минитаки в общих чертах рассказал историю своего пленения и всех тех ужасов, которым она подвергалась. Все защитники ее, за исключением одного, которому каким-то чудом удалось вернуться домой, были перебиты. Но с другой стороны, не менее тяжки были потери индейцев. Сам Функа был серьезно ранен в ногу и довольно долго страдал мучительным кровотечением. Как ему не хотелось, но он должен был считаться собственным тяжелым состоянием, а также с серьезными ранами своих людей. И вот почему весь отряд оставался в продолжении 3 дней в тех самых хижинах, которые повстречали на своем пути 3 преследователей. Лишь этим счастливым обстоятельством можно было объяснить тот факт, что Родерик так скоро настиг Вунга. Индеец за последние дни так ослабел, что не мог оказать врагу должного сопротивления. До последнего времени Вунга заботился лишь об одном, как можно дальше уйти от белых. Родерик осведомился, как был убит индеец, которого они нашли на следу, и почему его убили. Минитаки ответила, что в пути из-за нее возник горячий спор. Причину этого спора она до сих пор не могла определить, но видела, как в самый трагический момент двое индейцев потащили противника Вунга в сторону, как сам вождь всадил ему нож в спину. Она предполагала, однако, что убитый предъявил на нее свои известные претензии, а это, очевидно, не понравилось Вунга. Родерик пожелал еще узнать тайну следов, оставленных на снегу медвежьими лапами. Минитаки не могла удержаться от смеха, рассказывая, как Вунга, миновав овраг, удалился от саней и людей, прикрепил к своим магазинам медвежьи ступни, специально для этой цели изготовленные, и оставил на снегу множество фальшивых медвежьих следов для того, чтобы сбить с пути тех, кто, несомненно, должен был пуститься за ним в погоню. Начиная с этого момента, он все время нес девушку